Еще одна заветная мечта исполнилась. Ученик 5-й школы побывал в 74-й пожарной части Когалыма. Пировки. Хорошие ощущения. А по-другому и быть не может, когда дарят боевую одежду пожарного. Вот эта куртка, это мы тебе эту боевую одежду дарим тебе в подарок. Вот ни у кого твоих грудей нет, а у тебя такая будет. Этот день 9-летний Иван Карнаухов запомнит надолго. Эксклюзивная экскурсия по пожарной части. Мечта каждого второго его ровесника исполняется на глазах. Поэтому интересно все. Каждый квадратный сантиметр объекта. А тут есть чем заинтересоваться ребенку. Одна спецтехника спасателей чего стоит. Ну и, конечно, точка притяжения для любого мальчугана – сесть за руль автоцистерны. Полностью лестница, да, вот этот рычаг, с нее панель управления и рычаги вот дали. Никаких лишних почему, а только стопроцентная сосредоточенность. И хоть будущее свое Ваня пока не знает, с какой профессией свяжет, но признает, рабочие будни пожарных его впечатлили, огнеборцы, в свою очередь, испытывают чувство радости. Ведь когда видишь детское счастье, по-другому и быть не может. Вот ребенок как бы загадал это желание, и мы очень рады, что можем помочь ребенку. То есть вот эти вот его положительные эмоции, такие, скажем, искорка в глазах, она, скажем, многого стоит. То есть нам, говорю еще раз, очень приятно, то есть сделать ребенку, знаете, вот дать вот эти незабываемые впечатления. Вот, ну, будем надеяться, что, скажем так, эти положительные эмоции ему в целом помогут, вот, скажем, с его эмоциональным состоянием, чтобы он был более, скажем так, радостным. Он пришел сначала так как бы скромно, а сейчас смотрю, как бы смотрит эти вот у него, говорю, вот эти эмоции, ну, они, скажем так, душу нам греют. Сам же участник экскурсии эмоции держит при себе. Это, кстати, делает его похожим на спасателя, ведь умение держать себя в руках – отличительная черта пожарного. Мне больше понравилось оборудование, машина, одежда, ну и вообще сама пожарная часть. Помощь в осуществлении этой мечты оказала депутат Тюменской областной думы Инна Лосева. Сегодня впервые познакомилась с Ваней. Вы знаете, это удивительный ребенок. Он цельный, он уже знает, кем будет. Он будет ветеринаром, но ему все интересно. Ему интересны разные профессии. Он хочет познакомиться с профессией пожарного, потому что именно этой профессией он восхищается. И в самом деле эта профессия достойна уважения. Это профессия, когда люди идут на помощь, независимо от того, что какие там условия, они рискуют своей жизнью, но они к этому готовятся. Готовятся к тому, чтобы сохранить жизнь людям и сохранить жизнь себе. И вот Ваня сегодня, да, то, что он видел по телевизору, он увидит воочию, как люди готовятся, пожарные наши, из чего состоит пожарный расчет, какие машины. И я вот смотрела, настолько любопытно у него и умные глаза, замечательный мальчик. И сегодня, вот я так понимаю, что то желание, которое вот он загадал на Новый год, а он хотел, чтобы это был новогодний сюрприз, именно знакомство с этой профессией. Коллектив 74-й пожарной части Иван Карнаухов уверены, эта встреча станет началом крепкой дружбы, которая стала возможной благодаря елке желаний.